Однажды на высоком дереве, ну очень высоком, сидел кот Василий. Он смотрел в небо и размышлял. Была у него мечта заветная. Хотел он полететь в космос, поближе посмотреть на звезды. Почему бы и нет? Какие-то собаки, белка и стрелка и то побывали в космосе. А я умный, красивый, чем хуже? И пошел он к деду Матвею за мудрым советом. Есть у меня мечта. Полететь к звездам. Вот закрываю глаза и вижу звезды, луну. Мечта, Вася, дело серьезное. Мечтой надо управлять. А вот для начала пойти к детям. Я слышал, они говорили о том, как собрать ракету. Кот Василий и дети смогли осуществить мечты. Не бойтесь мечтать. Мечты имеют свойство сбываться.